Ну что там? Привет, привет. Привет, привет. Может, пойдем? Может, пока пройдем вот так? Давай пойдем погуляем. О, давай вот так вот на фоне. Нормально так? А ты можешь еще вот сейчас рукой сделать видео? Видео, да, могу. Снимаю. Всем привет, ребятки. Доброе утро. Пойдем, пойдем пройдемся туда. Ну а чуть-чуть хотя бы. Ну, пойдем, ладно, я пройдусь. Привет, всем привет, ребятки. Доброе утро, пчелка. Нас пригласили на конференцию салона красоты 2021. Ждем гостей. Ждем, когда сбор гостей и выступление спикеров. Как у тебя настроение? Все отлично, только эльф у нас еще вот там пройдет. Как, выспалась? Отлично. В 9 дома. Утра. Ну, я проснулась сегодня рано-рано утром. Она проснулась в половину пятого утра. Да. Иван, спасибо за розочку. Спасибо большое. Ну вот. Так что сегодня мы на конференции. Да. Скажи, как там? Пойдем, пойдем посмотрим. Ребят. Ну вот такой здоровенный пульт. Там какие-то приборчики всякие. Привет, доброе утро, ребятки. Салона красоты. Да. Поэтому надо красиво выглядеть. А что, я в юбочке в другой некрасиво развелась? Я тоже красиво. Вот. Сегодня тебе расскажут, какими пользоваться. А? Какими средствами пользоваться хорошо. Да. Все для красоты. Да, сегодня все для красоты и о красоте. Я же не могла пропустить такое. Мне же надо все знать. Да, мы сегодня совсем рано. Да. Я так думаю, что еще вечером... Пчелка говорит, другая юбочка обалденная. Да, спасибо большое. Да, но она потом будет светиться. Ты все секретики выдаешь. Ну, а чего? А что еще от тебя ожидать? Ты же так светишься вся. Привет, привет, ребят. Ну что, пойдем там, может, посмотрим? Пойдем, пойдем.
знаю, хочешь пойдем? Ну, мы можем, да, походить пока. Не, можем вот туда, ты просто попроси, я чтобы тебе... Я чувствую себя Алисой в стране чудес, которая съела растебулку. Пойдем. Что тут? О, картинки. На что это похоже, как думаешь? Вот это вот похоже на стройную модель, которая чувствует себя кружочком. Или это я Panda после hello. Тортика. Ты после тортика? Да, вот это я после тортика. It's magica after she eaten some cake. Все, вот понятно. Все ясно. Ой, смотри, стрит-дэнсинг какой-то тут был. Да. Это искусство. Это искусство? Да, искусство, конечно же. Вот кто видит, что в этой картине? Я тебе говорю, что я вижу. Но ты-то видишь себя, а кто, я спрашиваю, кто еще что в ней видит. Ой, а вот тут я вообще... А это она прячется в этом, как его называют, в поле где-нибудь, да? Ну да, за веточкой спрятана. Но вот это больше на тебя похоже. Больше на тебя похоже. Вот это вот дайте мне, пожалуйста, вот эту пленочку. Это я же такая, ой, все, я там. Это, наверное, твои мысли перед тем, как скушать тортик, да? Типа, скушаю тортик, и придется худеть, да? А, ребят, пойдем покажу, где мы сейчас. Мы сегодня на конференции. Конференция салона красоты. Да, совсем рано. Магика сегодня проснулась в 4:30 утра. Все хочу знать о красоте. We are right now on the conference, how to say, beauty salon. И напишите, пожалуйста, у кого сейчас сколько времени? Мне прям так интересно. Today all about beauty. Нет, они еще готовятся. Они еще не вышли. Пойдем пройдемся. Сейчас вон место есть. Да. Пойдем посмотрим. Тут Ривлон с нами вот. Да. Ой, извините. Напишите, пожалуйста, можете мне в какой-нибудь другой цвет волосы покрасить? Какой? Розовый, зеленый, синий или красный? Ярко-красный. О. А то мне не совсем ярко. В Казахстане уже 12:23. В Казахстане уже едет. У них уже день. Тут еще готовятся, да. Ну, они еще готовятся, они еще... Да, смотри, какой вид. Ты себе такой хочешь, да? Конечно. Он весь в разе, смотри, какая красота. Можно как-то на видео? Пчелка говорит, не надо тебе краситься. Не надо? Ну ладно. Но все равно стразики очень красивые. А ты можешь стразики показать поближе? Стразики? Вот они, смотри. Правда красиво? Ну что, пойдем? Все красиво. Да, сегодня в Москве на конференции салона красоты 2021. Вкусняшки. Сколько тут всего интересного?
что ты? Вкусняшки покажи. Вкусняшки? Ну, пойдем покажем вкусняшки. А вдруг еще кто-то не завтракал? Привет, ее зовут Магика. Тут вкусняшки такие. Кто еще не завтракал? Сейчас там вот девчонки готовятся пока. Там какие-то штуки крутые. Потом подойдем, посмотрим. О, круто. Страшно? Почему страшно? Тут же все для красоты. Тут же все о красоте сегодня будет. Здесь будут спикеры, сегодня будет директор персоны, салонов персона. Сегодня будет Илья Вербук здесь выступать. Сегодня будет очень много интересных спикеров. I hope someday we will come into California. Ну, я пока не могу туда подойти. А, ну хорошо, потом покажу. Чёлка говорит, красота требует жертв. Жертв? Зачем жертвы? Не нужны жертвы. Можно и без жертвы. Да. Эльф, ты со мной согласен? Я согласен, конечно. Здорово. Yes, yes, would be awesome. Ну, просто панда говорит то, что он хотел бы сделать фото, вот, а я говорю то, что хотелось бы когда-нибудь приехать в Калифорнию. No, it's not health fair, it's about beauty, all about beauty, about beauty salons, about this, А в Калифорнии сколько сейчас времени? Я не знаю. Окей, so it's forum, salon marketing forum, beauty salon marketing forum 2021. Whoa, thank you, Panda. Тебе карусельку подарили, карусельку, карусельку, карусельку. Я сейчас тоже твою карусельку покажу. Thank you, Panda. Так, ну что, ждем, пока все будет готово. Тебе еще и любовь. Ой. Тебе любовь. Сделай сердечко. А хищники сегодня не с нами. Так, пойдем, покажу. Хищники опять трудятся постоянно, все для вас делают. Они снимают сейчас сериал на YouTube. Да, так что скоро выходит третья серия, не забудьте посмотреть. Сегодня она выходит, сегодня в субботу, даже? Да. Ой, здорово, так что обязательно посмотрите. И, кстати, как вам первая и вторая серия? Мне очень вторая серия понравилась. Правда классная? Напишите, а вам понравилось? Скажите, ребята, вам интересно было бы пообщаться с организатором мероприятия? Напишите. Узнать, как организовывается мероприятие, все о мероприятиях подобных. Ты снималась? Да, она снималась, но не в этом сериале, да? Пока еще не снималась. Нет. Ты снималась в клипе. В клипе, да? Это первая серия. Это была первая серия? Да. Это вообще не путай.
Не, мне просто пока... Нет, они же... Это был, так сказать, назвали, пробный, да? Первой серии. Понятно. И нам всем очень понравилось принимать участие. Посмотрю, что же они интересненького такого в этой серии. No name, спасибо. Спасибо большое. Пойдем посмотрим, кто сегодня партнеры. Даже в любом случае вы должны менять батарейки. Интересно. Да, мы сейчас в Москве на конференции, посвященной салонам красоты. Ждем, когда соберутся гости, придут спикеры. И будет много-много всего. Да, сегодня день все о красоте. Да. Будем слушать, что нам будут рассказывать интересного. Послушаем. Посмотрим. А я буду, скорее всего, перезапускать эфир каждый час, потому что у меня не получается сохранять эфиры для Ютуба, потому что 3 часа в прошлый раз мы провели эфир, и у меня не получилось его скачать, поэтому я буду, скорее всего, каждый час перезапускать. Вот. И потом выкладывать эфиры в YouTube. Мы здесь часочек будем, да? Не знаю, мы можем и послушать потом. Ну, если что. Ну да. С нами Маша. Приветик, приветик. Так все равно просыпается, как вообще. Мне сегодня было очень сложно встать. О, слышишь, что за трек играет? Мой любименький, конечно. А ты его вживую видела, да? Да, мне очень понравилось. Она видела этого диджея, который сейчас трек играет. Она вживую его видела. Была на его выступлении. Пойдем отойдем. Пойдем. Про музыку. Может, там послушаешь? Ну, музыка используется не в коммерческих же целях. Да. Она используется как фонограмма, я думаю, организаторы в курсе. Девчонки работают, организаторы. Бейджики такие, спикеры. Ну как? Спать хочешь? Нет, мне интересно, что там такое про красоту расскажешь. Да, а я могу, у меня, кстати, есть. Я могу тебе рассказать, что сегодня будет. Вот, правильно. Скажи нам, пожалуйста, что сегодня ожидается. Давай, я сейчас посмотрю. Сейчас найду. Ты пока порассказывай нам. Так, сейчас я тебе вопросики какие-нибудь почитаю. Чем ты занимаешься? Вот Какаши спрашивает, чем ты занимаешься в свободное время? В свободное время? Да. Сплю. Это самое лучшее. Кушаю и сплю. Это мое самое любимое увлечение. В
свободное время. А ты хочешь показать, какая погода за окном? Да и мне кажется, у многих, у кого такая сейчас, же? Да, погода. Все дождливо, потому что я смотрел, да, очень дождливо везде. У вас дождь идет, ребят? Ну, все по-разному. Но он пишет то, что девушки любят слушать про красоту. Конечно. Так, сейчас я просто... Такие бьюти-штучки, так интересно. Так, сейчас я посмотрю. Сейчас Эфи нам будет рассказывать, что... Ага, вот он, нашел. Так, сейчас расскажем. Интересно? Мне итак, интересно. Значит, так, кто сегодня Эль, будет? Стабилизируйся, пожалуйста. Сегодня, значит, спикерами будет Спартак Киракосян, арт-панк люкс от индустрии красоты, основатель Херсекта Москва. Интересненько, что же там такое будет рассказывать? Илья Вербух. Сегодня будет... Кто знает, кто такой Илья Вербух? Ты знаешь, кто такой Илья Вербух? Это что-то со спортом связано. Правильно? Ну, правильно, правильно. С каким спортом? С красивым. С фигурным катанием. Так, сегодня будет еще Александр Глушков, основатель и владелец сетей салонов премиум-класса Мане и бюджетных салонов «Точка красоты». Игорь Стоянов, основатель сети салонов «Персона». «Персона», я знаю. Да. Дмитрий Сидорин. Это они волосики делают красиво. Чтобы кончики там не секлись, там красивые прически, там стрижечки, да, покраска. И Илья Набиуллин будет. Так, основатель сети Чио-Чио. Илья Балахнин. В общем, будет Paper интересно. Paper Plans, да. Так, а сейчас я посмотрю, что будет, о чем будут говорить. О чем, о чем? О красоте, конечно же. О чем можно еще говорить? О тебе, может, кто знает. Может, о тебе будут рассказывать. Влад, спасибо тебе. Спасибо большое. Вот, кстати, знаешь, какой интересный? Вот нам, наверное, будет интересно послушать. Так, сейчас скажу. Сейчас скажу, это будет 12 часов, по-моему. Что будет 12 часов? Интересненько. Ну, тут как создать успешную коллаборацию будет. Работающие методики и инструменты привлечения клиентов. В общем, все очень серьезно, серьезно будет. А красоте только серьезно. Вот, нельзя вот просто так хихоньки да хахоньки к этому да подходить. Все серьезно. Ну что, идем посмотрим еще? Ну пойдем, да. Внутрь. Мы как раз тут пропустили и все. Ну, пойдем. Thank you, Panda. Ну, все передают то, что у тебя красивые глаза. Спасибо большое. Хлопалки. Мне так приятно. Хлопалки и зыркалки. У тебя хлопалки или зыркалки? У меня хлопозыркалки. Влад, спасибо. Спасибо большое. Корону. Корону? Ну что, ты заходишь внутрь? Пойдешь? Ты давай проходи. Ну пойдем, ну ладно. Ну да, сейчас людей побольше стало. То есть ты получаешь, сколько вернул? Пойдем. Там уже, по-моему, установили все. Вот такие какие-то тут штуки интересные. Не знаю, что это. А, это вот это вот я. Вот это я знаю, кстати, что это такое. Это вот засовываешь сюда руки, ноги.
и они надуваются и расслабляют мышцы, насколько я помню. Не, это, кстати, приятные штуки. Это вот сюда вот рука засовывается, допустим, и она надувается, она вот... Привет, привет. Ну почему? Но это и для парней тоже хорошо, потому что это что-то вроде массажа. Гагарин Спейс. Конференц-зал называется Гагарин Спейс. Там знаешь, какая штука стоит? Когда этот, как его называют, тебе на ноги и на руки одевают. Как знаешь, как это, когда давление меряют, только у тебя вся, и она надувается, и у тебя так, да. Оп, как массажная штука такая. Да, я знаю, это классно. Это здорово. Ты все посмотрел? Ну, все равно там еще готовится. Угу. Вот. Ну а да, мы посмотрели. Диванчик в форме губок. В форме чего? Губок. Губок? Где? Да. Где ты его увидела? Цвет меняется. Это все магия. Да, это все магия. Вон, видишь, как он выглядит? А, да. Вон он точно. В форме губок. Что? Это какая красота. Да, хищника здесь нету. Похоже на цвет Тиффани. Нет, ну это не Тиффани. Тиффани другой цвет. Хищника, говорят, с ним нету. Хищника с нами, им неинтересно вот это все красотульки. Это только для девочек. На самом деле тоже ходят. А, да. Он же тоже там позу проведял, такое, чтобы... Да, да, они же с Дэдпулом ходили, точно, точно. Да, они с Дэдпулом ходили вместе. В салон красоты. Что-то интересное такое. Ну, там уже почти установили все. Ну, по идее, это должно было... Должно начаться в 10 часов, насколько я понимаю. То есть получается через 20 минут почти. Ну, меньше, чем через 20 минут. Тебе приветик передаю. Спасибо большое. Today we are on the marketing, beauty salon marketing forum. Симона, спасибо. Thank you. All today all about beauty. Такая вот операционная. Знает, зачем этот пульт. Доброе утро всем, да, ребятки. А мы сегодня вот здесь.
свет. Шпега не так. Это рубка. Управление. Потому что вот такие здесь приборы висят. Их очень много. И этим всем управляется с этого пульта. Магика сегодня будет учиться, что нужно делать, чтобы всегда красиво выглядеть. Пчелка говорит то, что она всегда мечтала работать за пультом, вот как у ребят, которые управляют светом, звуком здесь. А там видела, знаешь, сколько? Я так сидела. Да, ты сидела. Да. Ты пробовала? Ну, небольшой был, ну, в принципе, да, вот небольшой был зал, и, ну, там, правда, я пару кнопочек только нажимала, чтобы на сцене цвета менялись. Там фиолетенький, синенький, там разные. Как тебе понравилось? Я, да, мне очень понравилось. Ну, вот я не знаю, как вот полностью всем этим заниматься, но на пару кнопочек я пыталась. Ну, там много кнопочек, там очень много. Я про много это говорю, кнопочек. Там очень много. Ну я пыталась просто чуть-чуть. Мне сказали там определенные кнопочки, и все. Я такая тоже помогала. Вот так вот. Помощница. Мне тоже очень интересно было. Ну круто. Очень здорово. То есть ты все показал? Ну да. Шарики. Появились шарики. Ну что, пойдем еще туда, где потише? Да, сейчас пойду. Ну, сейчас, да. Больше да, сейчас уже скоро все начинаться будет. Ну, еще 14 минут. Все так интересно, да? Да. Привет, всем привет. Приветики. А ты показал красивый-красивый блестящий стенд? Ну, они его все еще устанавливают, я потом подойду. Можно потом вместе подойти будет. Я думаю, ты туда там. И это Гагарин Спейс в Москве, конференц-зал. Сегодня будет конференция салона красоты. Да, у нас здесь очень уютно и хорошо. За окном идет дождь, там немножко пасмурно, а у нас здесь... А, нет, да? Сегодня не представление, сегодня будут спикеры делиться опытом своим. Линзы? М? Нет, мне не линзы. Ну когда-то мне так глаза. Конечно. Да, линзы я не ношу. Кстати, я даже ни разу не пробовала линзы. Мне интересно. Что, пойдем так просто? Ну пойдем, да. Да-да-да. На форумах очень много что? Интересного рассказывают. Конечно же. Сейчас очень классные мероприятия всякие проходят. Угу. Мне нравится. Давай вот сюда пока что. Ой, есть буклетики, да? Можно было бы потом буклетик взять. Можно было бы потом буклетики взять, посмотреть, что в буклетике. Да, ты можешь посмотреть как раз. А, там интересно, наверное, краски для волос, всяких разных цветов. Угу. Ну, они достаточно красные, мне кажется. А тебе как кажется? Недостаточно красный? Да. Мне кажется, достаточно красный. Я краснее хочу. Так что ты можешь посмотреть, там разнообразие. На, подержи. Давай. Держишь? Да, я держу. Сейчас, подожди. Ты мне хоть часы сделал, не да. Знаю. Лучше посмотри, какие там красивые... Hi, guys. Красивые цвета.
Где? Кстати, чего? Я не понял. Там про где что? Водки, там рыбы. А, ну сейчас понял. Хорошо. Today we are here, guys. Salon, Beauty Salon Marketing Forum 2021. Когда ты мне такую подаришь? А? Когда ты мне такую подаришь? Это же такая тяжелая. Мы когда на съемках были, это по секретику, да, для YouTube мы снимались в одной передаче, и там тоже такая штука похожая была. Они очень тяжелые. Но это на большую камеру у да. него была. И просто у него не небольшая камера. Ну, видите, сколько мы вам всего интересного показываем? Очень классно. Смотрится, но это очень тяжелая работа. Но они пока настраиваются. Это, кстати, мне, кстати, он, это кажется, он трансляцию будет вести прямую. Это для прямой трансляции. У него, видишь, антенны там. Ой, а вот Юлечка. Юлечка Захаркина. Это организатор. Как у тебя, все хорошо? Скоро начинаем. А мы вот рассказываем. Показываем, что у вас интересного. Ждем как раз спикеров. Правда интересно, да? Запишите. Что,
Russia in Moscow right now. Ты сегодня спикер или завтра? Будем снимать, как снимает Майку. Сейчас посмотрим, что интересного. Штучки самые интересные такие. Трансляция должна быть прямая. Может узнать, если кто хочет посмотреть, где можно будет посмотреть. Как думаешь, спросить, не спросить? Не знаю, мне кажется, то, что... Ты еще раз, я просто сейчас не поняла. Ну, у них же, по идее, будет трансляция вот этих, ну, прямая трансляция. Просто узнать, если кому интересно будет, просто смогут посмотреть прямую трансляцию. Просто я не знаю, как, где это будет. Ну,
Ну да. Сейчас мы... Еще сколько у нас времени? Ну, наверное, сейчас ждут, пока гости соберутся все. Вот. И тогда уже начнут. Я приду. Ну, пчелка говорит, то, что, возможно, трансляция такая платная. Ну, я не знаю, надо будет узнать. Что, какая? Ну, возможно, она платная будет. Я не знаю, просто надо узнать будет. Ну, все, что мы вам можем показать, мы вам покажем. Да, ну, сейчас пока ждем. Пойдем, выйдем? Куда? Давай здесь. Здесь? Ну, хорошо. Расскажите, зачем сейчас снимается экран? Его сейчас, да, скоро все начнется. А, мы сегодня, да, не выступаем. Мы сегодня на конференции салона красоты. Вот. Москва, Гагарин Space. Маркетинг, такие хэштеги, по таким хэштегам можно будет потом найти в Инстаграме, посмотреть фоточки, видео. Всем будем говорить о самых-самых последних тенденциях, что происходит. Уважаемые гости, всем доброго утра, здравствуйте. Здравствуйте. Счастливые, довольные люди, которые пришли в такое раннее утро, в субботу, к нам на наше мероприятие, нам очень приятно. У нас есть пару к вам организационных вопросов, которые мы хотели бы вам сказать. Пожалуйста, мы все понимаем, что мы хотим спокойно смотреть и наслаждаться спикерами, которые будут выступать, но тем не менее мы очень вас просим держать масочки при себе, чтобы и на камеру, и все видели, что мы соблюдаем необходимые нормы, которые нас просит наше государство. И второе, пожалуйста, мы очень просим, мы на стульчике написали такие специальные места, куда не надо присаживаться. Если получится, держите, пожалуйста, социальную дистанцию, для нас это будет очень и очень важно. Также я бы хотел сказать, что сегодня я, как ведущий, меня зовут Олег Апарин, я буду сегодня не один, я буду вместе с Дмитрием. Где у нас Дмитрий? А вот у нас и Дмитрий. Да мы вас видим. На протяжении сегодняшнего нашего дня у нас будут выступать различные спикеры с совершенно разными темами. И мы хотим, чтобы вы максимально плотно слушали всю ту информацию, которую вам будут говорить спикеры. И если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, в конце выступления спикера вы можете их задать. А также тем людям, кто нас смотрит сегодня онлайн, пожалуйста, вы можете писать ваши вопросы. И все вопросы мы видим на нашем экране. Мы их тоже будем периодически задавать нашим спикерам, чтобы они тоже на них отвечали. У некоторых спикеров есть по 20-25, где-то 30 минут, поэтому слушайте внимательно. Если есть какие-то, вдруг у вас пожелания, тоже можете к себе куда-то записывать. И я думаю, у нас... примерно в 2 часа дня у нас будет перерыв, когда вы сможете с некоторыми спикерами пообщаться, подойти к нашим стендам. У нас сегодня несколько партнеров, вы можете к ним подходить и узнавать всю необходимую информацию, которая вам будет желательна и интересна. Также у нас есть слева зона фуршета. Если вдруг кто еще не угощался, мы будем сейчас продегустировать. Прерывать трансляцию. Ну и теперь хотелось бы немножко рассказать про наших партнеров. Давайте я пока прерву трансляцию. Хотелось бы рассказать про наших главных людей, которые нам сегодня помогают. Ну, ООО «Национальная компания красоты». Адаптивное решение для бьюти-бизнеса. Лидер рынка косметологии и бьюти-медицины на территории России и Казахстана. Ритейлер косметологических и медицинских аппаратов, а также инновационные космецептики. Кроме того, компания проводит ряд образовательных бизнес-программ по интеграции и эффективному использованию реализуемых брендов.
Также компания Beauty Instrument. Это крупнейший поставщик оборудования для салонов красоты. А вот вы. Вон они, счастливые наши люди. К вам, да потом всех. Уже можно ложиться? Кто хочет лечь? И сесть можно, и лечь? Двое, трое. Слушать и лежать, да? Слушать и худеть? Вот это мечта, правда? Да? Лежишь себе спокойно и худеешь, да? Мне очень жалко людей, когда находятся онлайн. Если у вас тоже есть возможность слечь и худеть, ложитесь, берите ноутбук, телефон и худейте прямо с нами. Что хотел бы также сказать про Beauty Instrument. Надежность и экспертность подтверждена 8-летним опытом работы, в том числе собственных салонов красоты и EMS-студий. В компании представлено более 500 моделей оборудования, открытые крупнейшие в России выставочные залы в Москве и Новосибирске. Правда? Да! Счастливые наши. Вас там 5 человек? Вас больше? Тогда потом можете взять всех из зала туда. На процедуры лежачего похудения. Также есть еще наш партнер Mobile Charger. Это компания, которая более 6 лет решает проблему разряженных гаджетов людей повсеместно. Я думаю, уже у каждого из нас, знаете, как есть паспорт, водительские права, и все с собой обязательно носят пауэрбанк, потому что без пауэрбанка, наверное, жизнь очень тяжела. Производитель универсальных зарядных устройств для всех сфер бизнеса. Заботы о вас и ваших клиентов. Заряжаем гаджеты и людей. У нас еще есть партнеры? Да, вот. Есть партнеры, которые представлены желтым баннером. Это наш партнер White Clients. Многофункциональная платформа для бизнеса в сфере услуг, салонов красоты, клиник, фитнес-клубов и не только. Вам доступна онлайн-запись, аналитика, бесплатные уведомления для клиентов и другие возможности. А также они лидеры рынка и СНГ. White Clients используют 26 тысяч компаний, и эта цифра продолжает расти. Это правда? Да. Да. У вас там есть какая-нибудь процедура похудения тоже, как у них, нет? Процедура подключения. Процедура подключения есть. Но тогда, если есть возможность, сначала сюда, потом туда. Нет, на фуршет, потом туда, потом уже к вам. Также компания Revlon Professional. Это международный бренд профессиональной косметики для волос с многолетней экспертизой. Бренд зарекомендовал себя на профессиональном рынке благодаря инновационным технологиям и уникальному подходу к меню салонных услуг в области окрашивания и ухода за волосами. Уважаемые гости, мы, конечно же, будем еще называть наших партнеров, и я бы хотел обратиться к нашим организаторам. Можем ли мы сейчас предоставить приветственное слово? Можем. Итак, для того, чтобы мы начали наше мероприятие, я хочу приветственное слово предоставить продюсерам конференции, основателю салон маркетинг Дмитрию Белешко и президенту АПИК и сети имидж лаборатории Персона Игорю Стоянову. Под ваше аплодисменты. Кать, забери ведущего, он такой вялый с утра, разомните его там что-нибудь. Мы сейчас трансляцию с вами прекращаем, заканчиваем. Я надеюсь, вам понравилось все, что будет дальше происходить, потом вам расскажем. Да, мы сейчас узнаем. Окей, guys, for now we will finish. See you later. Но все знают, что я не вру, поэтому я могу их продемонстрировать. Но Дим Белешко с